Вітаю в прямому ефірі «Тема дня». Я Федір Бондар. Сьогодні в Миколаєві презентована концепція розвитку річок та маломірного судноплавства в місті Миколаєві на 2019-2030 роки. У нашій студії ініціатори та автори проєкту концепції Артем Ващіленко, голова експертно-громадської ради при Миколаївській міській раді. Вітаю, Артема. Добрий вечір. Та Валерій В'єтров, представник громадської ради при Державній регуляторній службі України. Вітаю. Отже, говоритимемо сьогодні про те, яким чином планують наші гості розвинути маломірне суднобудівництво, суднобудування, так? І судноплавство в Миколаєві і поруч із Миколаєвом. Якщо у вас є запитання, побажання з приводу сьогоднішньої теми, будь ласка, телефонуйте за номером 76-92-43, ви будете його періодично бачити на екранах, ми працюватимемо ще приблизно 24 хвилини. Отже, перше запитання – хто і для чого створив цю концепцію? Звідки взагалі взялась ідея? Я начну, наверное. Да, пожалуйста. В первую очередь, необходимо сказать, что мы все николаевцы, живущие в городе Николаеве, и мы понимаем, что, наверное, с самого детства это есть у каждого из нас. То есть мы живем на полуострове, город, окруженный водой, город с самой протяженной береговой линией 137 километров. Это наше конкурентное преимущество, это часть, если хотите, ДНК города Николаева. Поэтому понимание того, что стратегически перспективы развития у города Николаева, скажем так, по сухопутной части уже достаточно ограничены, то не использовать полноценно береговую линию и, соответственно, малое судоходство, возможности для водного туризма, для ремонта и обслуживания судов малого флота, понимая, что большое судостроение сегодня, ну, скажем так, в Николаеве, в Украине в целом, находится в очень сложной ситуации, если не говорить откровенно, что практически уничтожено. Поэтому для Николаева это был, скажем так, уже заказ фактически самой громады, который был сформулирован на экспертно-общественном совете, который затем активно обговаривался и на коллегии отраслевых общественных советов. Поэтому вот эта вот инициатива, понимание необходимости формулировать стратегическое видение развития города Николаева как города на воде, вот, собственно говоря, благодаря этому появилась идея, которая затем вот, была оформлена в виде вот такого первичного документа. А як довго готувалась концепція? Адже Миколаїв не сьогодні став тим містом, яким він є, він завжди стояв на воді. Як довго готувалась, чому саме зараз оприлюднили? На самом деле, работа начата была еще год назад. Год назад мы начали изучать этот вопрос. Ну, допустим, мы это увидели как люди, которые отдыхают на воде. Отдыхающие на маломерном судне. Мы увидели кучу проблем. Отсутствие заправок, швартовок, много других различных вопросов. Но мы понимаем, что река – это не только отдых на яхтах или на маломерных судах. Это и спортивные школы, это и лодочные кооперативы, это и, в общем-то, и пассажирские перевозки. Поэтому мы постарались повстречаться со всеми представителями этих сфер. И вот на протяжении года мы встречались и изучали их вопросы. То есть, как они видят, что они хотят, насколько это важно. Кроме того, мы встречались не только с представителями водной сферы Николаева, а и Одессы. И фактически очень многих проблемы были одинаковые. Но, безусловно, мы понимаем, что город Николаев так исторически сложилось, что мы, в общем-то, имеем вот это преимущество. И, кстати говоря, история города Николаева, она очень похожа с историей города в Америке Детройта. У нас, в общем-то, большинство населения работало на этих судостроительных заводах, а в Детройте на машиностроительных. И когда у нас, в общем-то, при развале Советского Союза начали закрываться заводы, естественно, у нас возникла проблема. То же самое в Детройте. И все искали источники финансирования. В Детройте, когда мы были изучали, кроме того, что там создали условия для бизнеса, там строили новое казино. Але зараз в Детройте доплачивают, чтобы хоть кто-то туда приездил. Не, вы знаете, на самом деле с Детройтом у нас до сих пор связь, мы общаемся. И действительно, вот именно жители говорят, что он начал возрождаться. Именно благодаря вот этой деловой инициативе. Там сократили очень сильно налоги. Но опять же, доплачивают, насколько я знаю, что ты туда возможно, в каких-то сферах. Ну, там разные инструменты, да, стимулирования экономической активности. Но у нас это береговая линия. И мы говорили уже об этом в студиях разных. Смотрите, бизнесу никто не помогал. У нас появились
річні перевозки, Нібулон, артель, трамвайчики, і оживилась набережна. Тобто люди самі почали перевозити, люди отримали услугу хорошу, скажімо, відпочинку, але і, в общем-то, оживилось, і почались якісь поступлення в бюджет від цієї діяльності. У нас несколько было построено береговых таких вот сооружений, как Ушуая, Старгород, Балдина, там рыбачий стан, где люди могли нормально отдыхать. И сегодня, если мы активизируем эти процессы, если мы создадим условия нормальную регуляторную среду, то их увеличится больше. Мы говорили с их сменами, говорят, у нас раньше очень много яхт зимовало, приходили. Но в связи с тем, что изменилось законодательство, временный ввоз, они не приходят. А им было выгодно, когда они стояли на стоянках, они ремонтировались и давали работу этим предприятиям. То есть на самом деле это очень серьезная инфраструктура для города. Поэтому вот идея была в этом. Мы все это изучали, мы выслушивали разные мнения. В конечном итоге это родилось вот в этот документ. Это стратегический документ, который определяет стратегию развития. Дальше, после этого, после того, когда мы предложим депутатам городского совета, он будет принят, каждые два года будет приниматься программа с конкретными мероприятиями, с конкретными исполнителями, но для того, чтобы она действительно работала, исполнялась, будет создан специальный координационный совет, куда придут представители разных сфер, которые будут участвовать в этом, координировать и контролировать реализацию, то есть вот такие будут механизмы. Мы обязательно сейчас пробежим по программам, по положениях и по объективных неграмотностям, наприклад, як законодавство. Сьогодні, коли ви презентували цю концепцію, Миколаївський міський голова висловився, в принципі, схвально, наскільки я розумію, так? Щодо концепції, зараз давайте послухаємо міського голову і потім продовжимо. Ми не маємо права не користуватися, як місто, яке знаходиться на воді і омивається двома ріками, нашими можливостями, які створила нам природа. Проте, окрім можливості, потрібно ще трошки попрацювати, аби ці можливості реалізовувати, потрібні конкретний план, ідея, яка реалізується в цьому плані, і якісь дії, які випливуть конкретні, конкретних відповідальних осіб по конкретним діям. Тому я дуже радий з того, що сьогодні ця ініціатива, вона лобіюється ззовні, не з стін міськради, бо насправді тут за повсякденною роботою ніхто не бачить таких серйозних перспектив стратегічних за оперативною роботою. І думаю, що такий тиск з боку громадськості, він дасть результат, і ми зможемо разом дати результат для Миколаєва і змінити майбутнє цього міста. До речі, дякую іншій ТВ нашим колегам за це відео. Отже, по програмі. Тепер пройдемося по окремих положеннях. Вантажних перевезень вона взагалі не стосується. Смотрите, значит, учитывая... Кстати, того, что вы перераховывали, не было вантажных. Значит, смотрите, дело в том, что в одном документе невозможно охватить все виды экономической деятельности на воде. Нет, есть определенная корреляция. И когда мы говорим о сервисе малых судов, напомню, мы здесь, в этой студии, с вами уже обсуждали создание кластера сервиса малых судов, который фактически, это еще одна инициатива николаевского бизнеса, который, осознавая вот эти все перспективы, сегодня уже пошел на объединение в профессиональный кластер. И, собственно говоря, мы это предусматриваем, это стало тоже также частью этой концепции. Так вот, ремонт, сервисное обслуживание малого флота. Малый флот – это и буксиры, малый флот – это и лоцманские катера. То есть это на самом деле несколько сот плавсредств, которые сегодня работают в николаевских акваториях. Поэтому они обслуживают порты, они обслуживают, собственно говоря, береговую линию. Поэтому их обслуживание, их ремонт, создание условий для предприятий среднего и малого бизнеса, которые этим сегодня занимаются, тоже часть этой концепции. То есть это тоже перспектива для города Николаева, то, о чем мы говорили вот, буквально перед этим.
Поэтому это касается и... Мы не говорим о развитии, вот в данном документе мы не говорим о развитии там, инструментов логистики, да, формирования подъездных путей к портам через территорию города Николаева, о необходимости там, объездных. Это не задача этого документа. Да? Здесь больше фокус на реку, на береговую инфраструктуру, связанную с индустрией досуга, сервиса. Мы не упомянули пляжи, об этом тоже идет речь. Поэтому, скажем так, обслуживание транспорта малым флотом тоже часть. А как вы оцениваете нынешний стан инфраструктуры береговой нашей? Безусловно, инфраструктура сегодня в очень запущенном состоянии. Некоторые причалы строились много лет назад. Они не соответствуют различным нормам. Безусловно, вот мы говорим, после того, когда будет принята концепция, будет программа, первое, с чего мы начнем, это с инвентаризации. Разобраться, что, какими механизмами, что, как восстанавливать. Вот я до этого уже говорил про опыт Америки. Вот опыт Америки для нас показателен. Флорида – это место, где сконцентрирован яхтенный сервис, маломерных судов сервис. 6 лет назад, когда я туда попал, у меня первая мысль, о которой я начал думать, я говорю, вот то, что нужно для Николаева. То есть у нас большие заводы пока не работают, но у нас мощности, различные предприятия, которые этим занимаются. А во Флориде это международный центр, в котором все покупают маломерные суда, яхты, проводятся различные выставки. Все приезжают туда. И сегодня у нас наша амбициозная цель в том, чтобы мы стали международным центром таким же, такого обслуживания яхтенных судов, маломерных судов. Вот к этому должны стремиться. То есть мы говорим, для того, чтобы сегодня приехали сюда представители, скажем, откуда-то маломерщиков, им нужно хорошие условия, им необходим ремонт, они готовы здесь швартоваться, они готовы обслуживаться, нужны какие-то места, где они могут отдохнуть. То есть вот эта инфраструктура должна быть восстановлена. Мы не хотели бы, але... Ви згадали про законодавство. Я знаю, що на даний момент дуже багато коштує просто зайти в наші води. Да, смотрите, от ми розділили вопрос на дві частини. Є ті міри, які ми можемо зробити, определив в місцевих концепціях і програмах, а є ті, які зарегулірувані на центральному рівні. Ведь що говорять представителі там яхтсменів, моряки говорять, ми, коли заходимо в порт Турции, у нас 3 документа требуют. Причем это служба специальная, которая заходит, это быстро проверяет. Когда приходят к нам, там более 10 документов, приходит комиссия, она начинает проверять там чуть ли не анализы, там все проверять, перепроверять всех. И, естественно, яхтсмен европейский, который придет сегодня к нам и столкнется с тем, больше сюда никогда не придет. И точно так же, когда они возвращаются из Турции, яхтсмены говорят, нам, чтобы стать на стоянку, я должен с Турции стать в очередь для того, чтобы попасть. А те яхтсмены, которые не знают, они придут, будут стоять, допустим, в порту, в Одессе, пока у них не закончится топливо. Вот все эти вещи, они как раз вот и не дают возможности развиваться. Поэтому мы понимаем, что это все зарегулировано на центральном уровне. Мы обратились сегодня к мэру, он направил письмо в мэрию Одессы. У нас была такая встреча в прошлом месяце, где мы как раз и говорили, что сегодня вот эту изменить нормативную базу сам Николаев не в силе. Мы попросили помощь одесситов, которые у них те же проблемы. И вот сегодня мы тоже обратились к мэру. Мэр Одессы направил такое обращение на премьер-министра. Сегодня будут подписаны мэром такие же письма на города, у которых есть прибрежная зона. Это Черкассы, это Мариуполь, это Днепропетровск там и другие города. Для того, чтобы мы, что мы предлагаем? Мы предлагаем, чтобы было принято на уровне кабинета министров распоряжение, которое определит пересмотр всей нормативной базы, начиная от регистрации судов, заканчивая вот этими всеми вопросами вхождения в другие страны, там таможенных пошлин и всего, для того, чтобы мы пересмотрели. И, кстати говоря, соглашение с Европейским Союзом четко определяет, что должны быть вот эти все нормы и правила приведены в соответствии с теми, что существуют в Европе. Мы просто это сегодня не выполняем. Поэтому сегодня одна из задач, мы пытаемся сконцентрировать усилия, скажем, здесь на местном уровне для того, чтобы
провести те мероприятия, которые обновят, в общем-то, нашу инфраструктуру. С другой стороны, мы должны вместе организоваться и изменить нормативную базу на центральном уровне, которая, в общем-то, и создает вот эти барьеры, не дает возможности развиваться. То есть, фактически, сегодня можно говорить, что к нам не заходит сюда, и в конечном итоге мы недополучаем те средства из-за вот такой вот государственной політики в части вот этого нормативного регулирования. Ну, ця ваша ініціатива, може, я навіть впевнений, що зустріне протидію. Що з одного боку, ну, вірніше, одна справа, якби це просто ця зарегульованість була, причиною її була проста бюрократія. Але мені все ж таки здається, що тут корупційна, скоріше, складова. Ну, дуже здесь, багато людей, котрі на цьому заробляють гроші. Тут велика корупційна заінтересованість. Везде, там в будь-якій сфері. Звісно. І коли сьогодні ми спілкуємося з навіть судовладельцями, і речі о тому, що то, о чому говорив Валерій Євгенович, коли на мале судно його кваліфікують для при заході в територіальні води України, і його осматривають точно так же, як велике коммерческое судно. Понимая, что там нет ни груза, там нет фактически большой численности экипажа. Поэтому эти вещи также, точно так же с капитанов яхт собирают мзду. Об этом нужно говорить. Это так и есть. Понимаете? Поэтому мы не гостеприимная страна пока что для, в том числе, малого флота. Мы на этом очень много теряем. Мы теряем на этом водный туризм. Мы теряем на этом возможности для ремонта судов, для стоянок, обслуживания и так далее. Поэтому ну, это только один аспект. Да? Мы говорим еще и о украинском флаге, то есть стоимость украинского флага, возможность получения украинского флага. Дискуссия об этом идет и в рамках тех законопроектов, которые сегодня готовятся о внутреннем судоходстве, о водном транспорте. Об этом там тоже идет речь. Понимаете, о стоимости украинского флага, о преференциях для украинского флага. Поэтому действительно вопрос комплексный, но есть наша домашняя работа. То есть то, что мы можем сделать здесь, в Николаеве. Безусловно, уже часть вещей делается. Не зря Николаев в 2018 году, и мы можем сказать это действительно с гордостью, мы первый город в Украине, который за годы независимости стал городом, который принял Европейский морской день. И конференция, посвященная морскому сервису, и мероприятия, которые связаны с развитием аквафермерства, то есть полноценного использования водных ресурсов, это все происходит в Николаеве. На вот прошедшей неделе в Николаеве был представлен уникальный учебник. Профессор Парсяк, прекрасно известный николаевцам, один из известнейших экономистов. На этой неделе, да. Книга «Экономика моря». Вот это как раз то, о чем мы говорим. То есть это все возможности для хозяйственной деятельности, связанных с водной средой, с ведением бизнеса, значит, на воде и на море. Поэтому в Николаеве есть, во-первых, научный потенциал, есть кадровый потенциал, у Николаева есть географические предпосылки для этого, есть, если хотите, общественная инициатива, есть уже запрос у громады на эту деятельность. Поэтому, на самом деле, тут нужно, чтобы городской совет это услышал и концепция стала частью стратегии развития города Николаева. Следующий этап, конечно, это уже непосредственно те мероприятия, которые будут проводиться, начиная от инвентаризации береговой линии, а это инвентаризация земельных участков, это инвентаризация пляжей, незаконченных объектов, это... Может быть, у приватной власти берегова смуга и частина? Аренда. Аренда. Через аренду. Аренда, может быть. У нас 49 руки, а потом продолжение. Да, у нас есть и еще одно, мы вот говорим о маломерном судоходстве, мы еще забываем одну вещь. Одна из первых задач – это сделать отдых доступный на воде. У нас сегодня очень много николаевцев. Просто для жителей города. Да, которые могут отдыхать на маленьких лодках. Вот сегодня выступали представители лодочных кооперативов. На минуточку, сегодня у нас около 8 лодочных кооперативов. Это 2000 семей. Это очень много пенсионеров, это много заслуженных ветеранов наших, которые отдыхают сегодня на этих лодочных кооперативах и отдыхают на воде, ловят рыбу, ловят бычка. Поэтому
Мы ставим задачу для того, чтобы отдых был доступный, квалифицированный, ну, как бы достаточно доступный, и в то же время он был безопасный. У нас проблема, во-первых, с экологией. У нас достаточно много вбросов в воду, и сегодня, в общем-то, экологическая безопасность достаточно на низком уровне, и сегодня вот... Тому у нас максимум два пляжа, коли все добре, да, а зараз жодного. Кроме того, у нас критическая ситуация с несчастными случаями. У нас в этом году 13 выпадков несчастных случаев на воде. То есть, значит, не дорабатывается что-то. Этому вопросу тоже мы должны посвятить время. То есть это... Ну, тут такий ланцюжок. Якщо це не пляж, то ніхто за ним не стежить, і там нема постійного посту спостереження, а люди приходять і купаються. Смотрите, ну тут опять-таки даже та система, значит, постов, которая есть, фактически это не городская забота. То есть город там арендатору пляжа поручает ему, вот ты там ставь матроса-спасателя, и вот пусть он следит. Если это пляж. Если это пляж, но это не системная работа. Да. Поэтому обеспечить безопасность в целом по береговой линии это не дает. И я вот еще буквально вот одна мысль. Вы вообще еще доступности. По доступности. Сегодня в Николаеве та же замечательная компания «Артель», да, мы знаем, производит небольшие прогулочные суда, электрические, индивидуальные. Для того, чтобы горожанин мог приобрести такое судно, пользоваться им. То есть это маленький там, или катамаранчик двухместный, или трехместный. То есть там достаточно большой ассортимент. Это производится в Николаеве. На поветренной подушке. На ветряной, да, да, да. Нет, и есть просто на солнечных батареях. То есть сегодня это все продается на экспорт. Это уходит в Италию. Но на самом деле многие из этих изделий абсолютно доступны. Для того, чтобы горожанин мог владеть таким плавсредством, ему нужна возможность где-то его хранить, где-то его заряжать, где-то его бункеровать топливом, если это не электрический. Поэтому этой инфраструктуры фактически нет. То есть вы можете купить себе вот такое небольшое прогулочное средство, но держать вы его будете дома на балконе. Поэтому это не становится массовой возможностью для отдыха. А Николаев – это город на воде. У нас 2 хвилини, можливо, 3 залишається. Які підприємства? Ну, вже згаданий Національний університет кораблебудування, я думаю, конечно, напевно, має бути залучений до цього. Вони, до речі, брали участь у написанні, конечно, створенні концепції? Вони приймають участь. А хто ще долучився до створення концепції? Ну, смотрите, у нас різні групи. Перше – это, безусловно, представители яхтинга, яхтсмени. Второе – это представители спортивних школ. Это спортивные базы. Это лодочные кооперативы, это предприятия, которые занимаются строительством судов, ремонтом судов. То есть фактически вся инфраструктура и службы, которые контролируют и регулируют этот вопрос. То есть фактически мы собрали всю инфраструктуру, которая вот связана с рекой. И вот в этом конгломерате мы как раз и будем работать над тем, чтобы все-таки вот отрегулировать это достаточно оптимально для... Йдеться в концепції тільки про Миколаїв і прилеглі території. Смотрите, скажімо так, судноплавство по Бугу, пасажирські перевезення. Смотрите, дело в тому, що ну, то, що в компетентності органу місцевого самоуправління, в даному випадку Николаївського городського совета. Звісно, територія міста Николаєва. Поэтому мы, скажем так, заинтересованы в конкурентоспособности нашего города, как, ну, скажем так, морской территории. Поэтому в концепцию мы закладывали основную часть того, что можно сделать в городе Николаеве для этого. То, что касается в целом национального регулирования, конечно, это касается всех городов, которые имеют, скажем так, водную линию. Пример, Каховка. В городе Каховка, не нужно вспоминать Флориду, да? Каховка, 3 современнейших марины. В городе созданы условия, в городе есть понимание и в депутатском корпусе, каким образом помогать формироваться объектам такой инфраструктуры. В Николаеве это тоже абсолютно реально. Да, если нам удастся дальше изменить законодательство, то, безусловно, это будет для всех. Но у нас есть опыт уже, когда мы брали какую-то инициативу в городе. Это была сначала наша инициатива, а потом это была государственная политика, это принималось везде. Поэтому я думаю, что это вполне реально. Но главное, нужно понять, что за нас этого никто не сделает. Да. Ну, яхти, до речі, теж будують в Миколаєві, в тому числі і океанські, дуже дорогі є такі підприємства. Конечно. В Миколаєві проєктують замечательні суда, поэтому... Проєктують для всього світу, конечно. Є у нас фахівці. Дякую вам за цю бесіду, дякую всім, хто був з нами. Побачимо.